Все, ребят, это официально последний матч в этом забеге, в Эмирании. И у нас практически равные команды, так что... Не знаю, что он мне в лицо сейчас глянул, но он начал обыскивать. О, вот. Они одинаково левел со мной, то есть у них одинаковый опыт игры что, со мной. То есть они должны действовать. Пинг потрясающий. Пинг просто отличный. Вы видите? Да, новый хост нам нужен, а... Потому что это нечто. Надеюсь, не я. Потому что это было нечто. Просто вы видели этот пинг? Но никто не вылетел, уже плюс. Так, зомбик у нас инженер, но он решил не ставить. Бур, окей. Рукопашными, окей. Надеюсь, они понимают. Да, фу, наконец-то нормальные игроки, а! И нас четверо. А чё я за бабу-то играю? О, представляете, кто-то не выполнял даже это задание. То есть не убивал рукопашные, они начали из пистолета стрелять. Хотя у них были 20 или вела, что ли. Но там, судя по нику, был маленький мальчишка, я не буду говорить его ник уж. Я не такой. И я снова прокачиваю портативную турель. Куда ты убежал, козел? Убежал. А чё бросили-то её? А, видимо, покупать пошли, ладно. Где зомбик? Всё чисто. Я ему отнесу. Не знаю, сколько ещё. Зомбик! Ну! Зачем ты взял инженера? Ну ладно, видимо, чтобы чинить. Видимо, они не отыскивают эту херню. Надеюсь, не ради ачивки играет. Короче говоря, я надеюсь, что они... ...поставят сами. И зомбик, надеюсь, подставит. Потому что он инженер. Я активирую бур, прикройте меня! Кто поставил? Ну, ну, не он, отлично. То есть он... Не знаю, зачем он взял инженера, ладно. Из пистолетов. Окей. Окей, сеньор, окей. Лучше с этой разобраться сразу. Че, все что ли? Как-то они быстро закончились. Я подумал, сейчас пойдет орава целая. Толпа из кретинов. Алло! Пришельцы! Алло! Эй, дебилы! Кто? Где вы? Опс. Я не назвал вас дебилами, вы чё? Ребят, это не я. Меня заставили. What the fuck? Вы видели этот? Это чё забыл из-за звуки? А чё, меня никто не поднимет? Ребят. Алло! Что за бред? Я еще за медика, кстати, играю. Пинг обалденный или прицеливание у меня обалденное. Ну зачем? Ну ты не видишь, что... А, они... Что вы делаете? А, все уже. Уже все готово. Отлично. Я понимаю, вроде нормальная команда. Правда, я лоханулся малость. Они, наверное, подумали, о, боже мой. Так, ускоренное перемещение. Чего-то мне на это не хватит теперь. Вы видели? Я в упор в него стрелял. И не мог попасть. Мне нужно что-нибудь автоматическое. Вепри. Вепри мы видели. Я видел. Отстой. Возьму калаш. Он тоже полторы, по-моему, стоит. Бур, прикройте меня. AK-2012. Fuck you. Забор
Давай. Я не буду искать прокаженного, я не знаю, где он находится. В принципе. Блин, да калаш неплох. Гораздо лучше того дерьма, с которым я бегал раньше. Ну, алё, гараж, я вложился в забор, и он мне не приносит дивидендов. Какого хера? Дебилы, что ли? Им ничего не делает этот забор, он бесполезен. Прокаженного не нашли, конечно, да, окей. Я бы, конечно, поорал на них, пошутил бы что-нибудь, но, ребят, я играю уже 6 часов в эту игру. 6. В этот режим. Я прокачался уже до 22 левела. То есть вы понимаете, что я малость устал и пытаюсь допройти до конца ради того, чтобы показать вам, что происходит в конце, что будет дальше. Но я, похоже, этого не смогу сделать, потому что я очень устал. Я серьезно, я первый раз попал, и меня подставил либо Xbox Live, либо подставил меня Билайн. То есть я мог, наверное, допройти до конца с той командой, но мне сказали то, что я отключен от Xbox Live. Потрясающе. Давай скорее. Нихера я назарабатывал, конечно. Окей. Кстати, а чё последний бонус дается? Фак! Козлы! Максимальный боезапас, взрывающийся боеприпас. Вот это вообще круто будет! Было бы! Так, они все готовы, да? Я пока что не буду её ставить. Как он долго перезаряжается, этот окей. Эй! Можешь патроны выписать народу? Тут есть боеприпасы. А, мне боеприпасы не дают, когда я их размещаю. Видели, да? А, нет, у меня огнестрел. О, у меня огненные просто боеприпасы. А, неважно. Затупил. Устанавливаю бур, прикройте меня! Здесь еще что-то бывает. Ящички. Нет? Не упасть, но это легко, в принципе. Если, конечно, никто тупить не будет. Туда нельзя. А. Нахер эти зажигательные патроны, не бесполезны, ё-моё. Я специально взял обычные, а не разрывные, потому что у нас у всей команды особые патроны. Но только обычные патроны могут пополнить по максимуму, перезарядить им всякие бонусы дать. Чё? Где? Тот успел ИСа поставить, который почему-то называют МВШ. Напарники, ладно. Неважно. Успели так успели. Я прокачал быстрое перемещение, но что-то я не заметил. А, у меня еще бесконечный бег теперь. Будет. Ну вот ты издеваешься, что ли, над нами, а? А. Серьезно, вот зачем некоторые люди играют, чтобы потом выходить посередине или отходить? Если вы не можете играть, так вы, значит, не можете играть. Не знаю, уделите время семье, выберите время, когда поиграть нормально можно будет. Естественно, никто боеприпасов не кинул даже. Все ждали меня, ладно. Смотрите, все накинули сразу. Мол, ну его в жопу. Видимо, они на что-то копят. Блин, бедные пришельцы. Факайте эллинов, скорее! Это девиз! Факайте эллинов! Фак the aliens! Особенно рыжих эллинов, да! Факайте эллинов!
Ну, они же рыжие эллины, да? Я же ничего не думал. И чё ты начал ее целовать? Кстати, то, что все эллины целуют буры, это неправда. Не все эллины целуют бур. То, что начинает кого-то бурить. Не все. What the fuck? Нет, у меня ускоренное перемещение при беге, да? О. Black Flag! Господи! Assassin's Creed везде! Так, сколько это стоит? Одна... единичка, да? Нет, я, пожалуй, поставлю, как обычно. Обычная тактика. Есть снабжение! А, точно! Бронежилет потрясающий, который у меня есть. Так, он летит уже. Турель с миниганом активна. Все, я готов. 175 выстрелов. Видимо, пропановые баллоны именно для этого и созданы. Для того, чтобы поджигать его. Наверное. Я больше не могу придумать какое-то... какого-то еще предназначения. Окей, почему-то я не попадал сейчас. Не было хитбоксов. А, окей. Серьезно? А, он, видимо, нашел эту херню. У меня тут бронекостюмы. Особые боеприпасы. Да пошел. Да. Издевательство, что ли? Все? Окей. Смотрите в оба. Кажется, мы не одни. Так, я возьму патронов, пожалуй. Хотя нахера. Я же сейчас возьму пулемет. Спектр один, я отправляюсь за боеприпасами. Продолжайте движение. Вернусь, как только смогу. Есть снабжение! А, я сейчас прокачаю бронежилеты еще. Фак. Размещение бронекостюмов. Да, эти парни знают, что они делают. Видите, сразу бур не ставят. Вот как надо играть. Дать всем сообразить. Обыскать местность. А все остальные просто тупили ужасно. Я не хочу вам это показывать, потому что это нервовыматывание. Надо все обыскать, найти. Тут есть мусор валяется. Люди даже не знают, что здесь есть. Они не пытаются изучить, они просто... им просто нужно пострелять. То есть это типичные представители Call of Duty, которым нужно просто пострелять. Они не хотят думать. Че я нашел? Где? А-а-а. Окей. Ага, теперь у меня три оружия. Дайте какой-нибудь прицел. Вот. Дульный тормоз. Не знаю, что такое, но лучше мне ускоренную перезарядку бы дали. Мне нужен прицел. Я себе прокачал бесконечный бег? А, ну да. Окей. Я систему трофи заберу. У меня все есть. Я упакован по полной, детка. Она заканчивается, что ли? Да, я оставлю это дерьмо на самый конец, чтобы ее запустить. Все, я понял, для чего она применяется. Я сначала тупил, думал, для чего нужно. Вот. Вот, отличные ребята, все. Просто обожаю их.
Даже если мы не пройдем до конца, я выпишу им респект за это. Всем, я не знаю, может кто-то из них даже увидит это видео когда-нибудь. Граната ОБ? What the fuck? А? Ладно. Не знаю, что такое граната ОБ, если честно. Я активирую бур, прикройте меня! И тратить 10 тысяч до уничтожения Уля, вы что, шутите, что ли, так? Мы где достанем 10 тысяч? What the fuck? Просто потрясающе. Нет, этого никто не будет делать. А-а-а! Все понятно. Видимо, они слишком дорогие. Но мне сначала надо накопить. Нет, денег нету. Фак, они все с другой стороны идут. Раньше они шли с этой стороны, теперь здесь. What the fuck? Особые боеприпасы готовы. Мне нечего тратить, увы. Это 2500 на человека. 2500 за раунд не заработаешь. Опять я за бабу играю. Я постоянно что-то сегодня за бабу играю. Так, бронежилеты. Прикрыл. Ну, правда, это мне... А, нет, она добавляется к уже... уже установленной броне. А что, все мы выполнили? Быстро. Ладно, пожалуй, прокачаю до сюда, потом буду качать патроны. Патронов все равно море, так что... Море, море! Всех патронов! Все, кто-то что-то хочет, идут в жопу. Потому что я прокачал броню. Нет, что-то нет. Не надо. Все, я закрылся. Почему-то их надо 60, им надо 90. Кстати, если ты установил активную защиту, то тебе... What the fuck? Не хоти... фак, пардон, ребята, случайно получилось. Дерьмо. Надо ставить ее на большой улей. Я-то не знал, для чего она используется. Сейчас-то я все знаю. Сейчас-то я молодец, я просвещенный. Не те геи, которые сверхъестественно. Да, насилуй его, насилуй. Меня не сломали активную защиту, нифига себе. Окей. Не знаю, что она дает, но ладно. Так, дальше качаю патроны. Окей. Охереть. А куда унесли бур? Он танцует. Зажарили. Я активирую бур, прикройте меня. Броня здесь. Из пулемета надо убить. Окей, это легко. У меня есть пулемет. Мне бы только патронов, ребят. Вот почему здесь нету запроса патронов, запроса еще чего-то. Не надо! Ай, не надо. Черт, у меня пока что не прокачаны до перезарядки. Боеприпасы.
О, фак. Да, он точно, он же инженер. Пойду включу защиту. Надо было сразу садиться за турель, как я это сделал раньше. Не, не, деньги есть. Правда, можно эпилепсию от нее получить, если честно. Фак. А точно пулеметы же. Не надо тупить. Все, его здесь будут убивать теперь уже. Моя ИСО. Нихера себе, какая живучая скотина, а? Видели это дело? Че я могу прокачать патроны? Камон, детка, выходите. Сколько можно? Поднасрите. Выйдите, скорее в жопу. Сколько можно? Все дебилы. Вы вонючие пришельцы, я ничего не имею общего с вами. Если что, я на них не похож. Нет, ребят, я не такой. Вот эти красные, они сраные, коммуняки. Рыжие ничего... Я не знаю, почему рыжие объединились с этими коммуняками. Честно, не знаю. Броня, броня, ребят, броня, броня. О-оу. Патроны, патроны, ребят, патроны, патроны. Нет патронов. Печально. Все готово. Фу. Всем патроны, ребят, всем патроны, халява, халява, халява. Хотя лучше было ИС, конечно, поставить, ну ладно. О! У всех есть броня, по-моему, у всех. Только у одного нет. Ну ладно, я потом выпишу. Что-то могу еще прокачать. ИСа надо качать дальше. Что мне еще даст? Здесь иммунитет к урону наносимого луками газа, не знаю, есть что такое. Пистолет вообще не буду качать. Ребят, я сохранился флам. Все-таки не трать деньги в течение 2 минут, окей. Это не так и сложно. Если задуматься, надо было только броню кинуть, ну ладно. Броня здесь. What the fuck? Ну вот... Козел. Ладно, я это потрачу сюда. Любимое мое место. Я уже привык здесь сидеть. Ладно, тупое испытание, я знаю, не тратить деньги. По-моему, меня бьют. О-оу. Пока. Я нихера не понимаю, ребят. Серьезно, надо бежать, перезарядиться. What the fuck? Как это плачевно может закончиться? Наполовину! О, да! О, еще дальше! Давай, входи! О!
А, хоть с этими они сами справятся, я буду больших мочить. Или взрывных. Охереть. Я не знаю, что происходит. Какое-то безудержное мясо, когда вчетвером играешь, да еще с более-менее нормально играющими, умеющими играть людьми, все намного круче. Но эпилепсию можно в любом случае заработать. 22 патрона, я не могу оставить ее так. И не надо. Что надо, козел? What the fuck? Я медик, стой! What the fuck? Вы должны регенерировать быстрее рядом со мной. Fuck. Охереть! Вроде смотался. Сектор 1. Похоже, ближайшему улью требуется огневая поддержка. Black Flag возвращается для поддержки. Очистите воздушное пространство. Патроны, блин, нужны. Сколько же тут этих тварей? Это кто, я сказал, что ли? Здесь снабжение! Ну, примерно 1 250 361. Эллен, по примерным подсчетам, Меган Фокс. Да, одна себя тоже причисляет к ним, да. Особые боеприпасы готовы. Я надеюсь, Софлам не исчез, нет. О, да, детка. Бегу. А чё бур-то забыли? Окей.